А в Эфеве ты на канале Эйвайб. Я ваш сенсей Антон. Новый трек группы Stray Kids, который должен нас сейчас просто размазать по стенке. То, что мы... Ну, я люблю этих пацанов. Они каждый раз делают какую-то вещь, которая прикольно просто разрывает мозг. Надеемся, что это будет и сейчас. В этот раз тоже. Поэтому без лишних слов, без лишних фраз мы начинаем смотреть этот шедевр. Давай. Анимационно будет? Блин, я хотел посмотреть на них нормально. Ну ладно. Вау. Ай-яй-яй. Уда. Красные наряды, класс. Ой, здесь переходы эти вот классные. О, тачка неплохая, да, блин. О, начинается. Давай. Задержали чувака. Давай, дроп. Ой, бля, как хорошо. О, да. Красный наряд, красный, ну. Ой, прикол. Прям мурашки пошли. No. Мне нравится, что у них в бите на, как бы, ну, на мелодии такой легкий. Даже не знаю, как это объяснить. Я оторваться не могу пока. Блин, как это. Кто там говорил, что быть в армии круто? Вот с такими вот заходами я склоняюсь, что я, скорее всего, пойду к ним. Я, конечно, армию люблю и уважаю, но вот, блин, такие дропы, они, ну, тебе не дают просто какого-то шанса. Но оно всегда хорошо, господи, это просто... Ну, вот, вот мелодия на фоне, это вот в бите прям... Да. Но такая... Но. Блин, класс. А, да. Ты как считаешь, Шаман Кинг смотрел? А, ну. Типа такие, как это вызвали? Амидамару? Я вызываю тебя. О, да. О, Хонда, наверное. Наверное. Что, 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 что? Все, посмеялись, да. Прикольные эти переходы, съемка крутая, топовая просто. Класс переходы, да? Блин, вот наряд крутой. Ну да, класс, ну порвать.
Мне нравится клип, я бы чувствовал с ним. Я не могу оторваться, например. Мне ничего, кроме клипа, не интересно. Скажем, а да? Можно я ничего вообще говорить не буду после этого? Вообще прикольно, ну. Это... Такие переходы, классные съемочки и так танцульки, ну. И именно крутой, крутые съемки с монтажом, они всю работу делают вообще. Нет. То, что их отличает от множества других вообще групп, в принципе, то, что они своими движениями, то, что было в Gunsmen, где они просто это вот ту-ту-ту-ту-ту, это вот движениями. Тут они типа это вот улыбались. Эти вот такие микродвижения, которые как бы, ну, оно видно, что они есть. Но они настолько... А еще когда вместе с Битлом, это, ну, с музыкой, это, бля, это, о, господи, просто, как вы это делаете, это просто, ой-ой. Это вообще жестко. Не, сказать, что меня порвало, это вообще ничего не сказать. А, тогда все эти жесткие. Стой, я походу к вам, я не знаю, мне сложно. Мне и BTS нравится, и это нравится. Но ну, так как если... все запрещает, да? Не, я базарной, но именно в плане музыки, в плане подачи, речитатива, по костюмам, даже вот по оформлениям, это вот... Бордовые вообще мне зашли. У них постоянно какая-то динамика в кадре происходит. И динамика, да. Постоянно, да. У них нет ни одного статичного кадра. Постоянно что-то происходит. И камера двигает. Переходы, все. Топчик. Об этом можно забыть, потому что они всегда через предмет как-то, через орла, это все, через какое-то что-то. Еще через что-то, ну. Это да. Просто, блин... Это прикольно, да? Все, это... Если альбом будет весь такой, извините меня, и я пропаду просто. Это слишком хорошо, это незаконно, я протестую. Господи, это... Прикольно, да. Надо еще будет посмотреть. Меня просто вот... Классно, мне тоже понравилось. Ну, дропы просто, как вы это делаете? Что не дроп тут постоянно? Он минималистичный, но он, сука, он качает все равно. И даже две бордовых тачки были. Молодцы. Веселье. Поэтому я все, я... Есть что добавить? Я что-то я подпизнул, извините за выражение. Я уже что-то сказал, уже хотел. Дальше, его уже повторять. Меня по-другому. Ссылочки все в описании. Заходите. Залетай в наш чатик в Телеграме. Всем спасибо, всем пока.